Победа сборной России. Красная машина победила в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. В первом периоде игра сложилась не в пользу нашей сборной. Первый период мы, я думаю, плохо начали, хотя должно было быть наоборот. Шведы играли вчера, и мы, наоборот, должны были свежее, да, и больше прессинговать. Но хорошо, что так сложилось, что мы хорошее начало получилось во втором периоде, да, я думаю, забили быстрый гол, так что и где-то на кураже продолжали играть. Но команда смогла переломить ход матча и победить со счетом 7-4. Первые 10 минут не понравились. Так потом уже начали раскручиваться потихонечку. Конечно, второй период был очень ударный. В принципе, сказали то, что надо делать, и что надо исправить. И ребята хорошо откликнулись. Шайбы в ворота шведов отправили Артем Анисимов, Евгений Додонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов. Кстати, впервые со времени Олимпиады в Сочи Овечкин и Малкин забили совместный гол. Подопечные Ильи Воробьева не потерпели ни одного поражения во всех 7 матчах в своей группе. Такого не смогла повторить ни одна команда, участвующая в чемпионате. Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 23 мая. В 1/4 финала российские хоккеисты сыграют со сборной США, Канада будет сражаться с командой Швейцарии, Финляндия поборется за выход в полуфинал со Швецией, а Чехия примет участие в матче против сборной Германии.